Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру. Сразу объясняю, что Олег Кашин сейчас в отпуске, поэтому вместо нашего традиционного пятничного эфира я решил провести свой сольный стрим, тем более большое количество событий произошло на этой неделе, вчера Владимир Путин выступил на Валдае с какой-то совершенно бесконечной лекцией, длилась почти 3 часа, анонсировалась... Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру. Сразу объясняю, что Олег Кашин сейчас в отпуске, поэтому вместо нашего традиционного пятничного эфира я решил провести свой сольный стрим, тем более большое количество событий.